Так, нужно разрешить доступ к данным. А, я отвлекся. Всем привет, дорогие друзья. Вы находитесь на моем спортивно-игровом канале RusFPS. И, как уже догадались по названию, сегодня у нас будет что? Правильно, PES 21. Ну, давно у нас на самом-то деле не было PES-ки Mobile именно. Немножко нужно абстрагироваться от ПК-версии и вернуться в старую добрую PS Mobile. Сейчас я тут настрою кое-что и сделаю первый взгляд на нее. Да, с тех пор, как она вышла около полугода назад, я сделаю на нее обзор. Да, это просто гениально. Но сейчас я кое-что сделаю, и мы вернемся. Так, ну все, значит, я перенес свои данные. И мне осталось только настроить графоний. Это у нас будет средний 30 кадров, для того, чтобы не лагало при 60. Это я, если без записи играю, тогда я включаю 60, загрузки пройдут, и это быстро все. Это я даже ничего вырезать не буду, сейчас подождем и все. Благо, инет летает неплохо. Вот, значит, мы без всяких вырезок сразу же посмотрим, что есть, значит, в данной eFootball Pro Evolution Soccer. Years Anniversary. Да, я все принимаю, даже не читая, все подписываю, как делает большинство людей на планете. Так, понятно, то есть мне это говорят с началом сезона, хотя уже прошло летнее трансферное окно, вот насчет зимнего не знаю. 23 человека ушло из команды. Вот нифига себе, да? Добавьте в команду новых игроков. Ой, ну давайте. Давайте. Ну кто у нас? Я, кажется, понимаю. Видимо, у меня был какой-то игрок. Чтобы было серебро 91. Ну вы что, с ума сошли, что ли? 183, 19 лет. Он очень хорошо умеет атаковать. И он... Слушайте, это просто... Ну, это неплохо, кстати. Это Динамо Загреб. Али из Ленса. Окей, ну тут уже не рарные идут, но рейтинг неплохой. Тем более вот у первого паренька, ну тут дальше уже не очень хорошие игроки идут. Ну вот эти три пацана, я думаю, впишутся в наш состав. Немножко. Да, идеальную команду. О, господи, какую музыку добавили в PES, ничтожу. Ну, я вот только сейчас уши надел на себя. Не дай боже я... А, смотрите, а PES-ка-то помнит. Она помнит, что я за... Так, Gold Ball. Угу. Кстати, да, вот... Надо будет сейчас открыть. Мне что-то брат говорил, что там ему... Не голдболы, а блэкболы дали. Это, кстати, очень интересно, но что-то как-то не знаю. Лично мне никто голдболы не дает. Вот ненавижу это. Вот почему нельзя сразу просто все это закрыть? Нафиг. И все. Если не ошибаюсь, у меня там было два месси. На вроде как АПЗ. Я не хочу. Уйди. Я, вот, допустим, я зашел в PES, я хочу поиграть. Почему я не могу сразу скипнуть? Вот это, конечно, минус. Мне дали 400 монет, очки eFootball и скаутов 87, окей. Посмотрите, что у меня там дофига. Ну, это я знаю. У Роналду новый причесон. Вот, обновился топ, обновился список топ-футболистов. Ну, я вижу, да? Так, ну, что ж такое-то? Давай грузить быстрее. Так, нет, давайте-ка попозже... Попозже это мы сделаем все. Из паков что у нас есть? Ну, у нас есть специальный агент. Club Collection Кубо. Сейчас потом глянем, что там еще. Что? Gold Ball. 6 Black Ball'ов. Вы это видите, да? Ну, еще вот здесь специальный агент. 6 Black Ball'ов. 6. Надо будет как-нибудь замутить покопенинг. Смотрите, сколько у меня тут очков. О, это надо будет все потом чистить.
Вот, ну не суть. Нам нужно что глянуть еще? Какие тут режимы есть? Ну, в принципе, дивизионы с ботами, товарищеские матчи по онлайну или по блитузу. Ну, это понятно. Лучше, конечно, в онлине это все делать. В блитузе лагает немножко. А вот, значит, Супер Стас. Ну, Старс имеется в виду, да. Ну, тут понятно. Национальные команды. Вот это будет интересно, конечно. Но, в принципе, как вам сказать, формат не изменился, конечно. Это сразу видно. Формат не менялся. С 19 или с 18 PES точно не могу сказать. Вот. Могу предположить, что... О, вот они, мои пацаны. То есть, это вот сейчас мне надо будет опять все на... Да вы что, издеваетесь, что ли? Вы серьезно? А почему у меня такая дичь схема? Ну ладно. Это мы, конечно, сейчас посмотрим. О, у меня же есть Черчесов, Суперстас. И у меня есть Тунал. Вот Тунал, он, конечно, будет покруче. Почему? Ну, потому что он просто покруче, и потому что вот сюда можно вот так делать. Вот сейчас я настрою команды, и увидите мой стартовый состав, собственно. Так, в принципе, состав мой собран. Что мы видим, да? Я все-таки решил поставить этого Буаду. Вот. Криштиану Роналду, Леонель Месси. И, в принципе, у меня там еще есть... Да, Мартинес. Марадонна. И, если не ошибаюсь, еще там пару бестов. Например, такие как Суарзито или... Зачем я это сделал? Суарзито, либо еще там какой-то чел был. Вроде бы Бензема. Вот. В принципе, состав неплохой, я бы сказал. В принципе, можно даже затестить его в игре. Давайте куда-нибудь зайдем, что ли. Вот насчет моей клаба, ну давайте попробуем, что ли, зайти. Я, конечно, не уверен, что там будет все очень круто летать. И, скорее всего, сейчас... Ну, давайте Аргентина или что у нас там? Я хочу... А почему Россию не могу выбрать? Ладно, давайте Аргентину, там Месси есть. Продолжить. Давай, 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 уже вперед. Сейчас найдем соперника, и я, собственно, вернусь, покажу свой супер скилл, которого у меня, естественно, нет. А, ну и также я тут еще подумал. А, вот как раз-таки соперник. Мы сейчас тестим Аргентину, да. Потом можно потестить мой состав, который, ну, обновленный, учитывая то, что аж 28 незаменимейших белых игроков ушли из моего состава. Будем играть... А, ну то есть мы как бы представляем Португалию, а на самом деле мы играем... А это каким образом у меня так все по одному месту пошло? Каким образом? Ну, можно, конечно, и так. Можно и так. Ну ладно, пойдет, что ли. Ну блин, что это за подстава такая? Я, конечно, не ожидал такого от себя. Но я не успел ничего поменять. Хотя мне дали 30 секунд, если не ошибаюсь, да? Это нужно нарабатывать суперспособность. Не знаю, будет ли слышно из наушников. Ну, я сделаю на максимум. Бутырка стадиум. Когда качаю, забываю, что тут как бы нужно управление сделать. Так, ладно, сейчас мы сами завели. Блин, я даже... А, все, завели. Окей. Теперь надо вспомнить, как поменять, сделать управление нормальное, да? Собственно, я понял, как это сделать. Настроил. Ну, и, собственно говоря, онлайн. Ничего не поменялось. Геймплей такой себе. Ну, в онлайне, естественно, с ботом там все поприятнее, помягче и покруче. Ну, давайте уж попробуем. И что-то мне как-то это не нравится. Да, мне это не нравится. Значит, Португалия, конечно, имитационная. Нам забивает первый мяч.
И мне это, еще раз повторюсь, не нравится. Ну ладно, поехали. Мартинес, Роналдо, Верати. Вот так будем играть. Роналдо, блин, у нас там в минус форме. Интересно, с чем это связано. Хотя он у того пацана, он Роналдо бегает, и все нормально. Как бы, Месси. Супер, я даже не могу ничего сделать. Вообще. А может быть, вот как-то так, да? И навес на Мартинеса. А, он слишком низкий. Окей. Так, прессинг. Ну, до прессингового его. И его тоже. Блин, а тут что-то подкаты вообще не работают. Не то, что в PES-16 привык там на подкатах выезжать постоянно. Здесь так... Слушайте, это надо тренироваться. Это я сейчас не смогу его, скорее всего, победить. Это надо тренить. И, скорее всего, приятно играть будет здесь только с ботом. Ну, как обычно. А с серваками, конечно, проблемка. Тут, видите, задержка небольшая идет. Ну, небольшая, это очень мягко сказано, конечно. А вот. Сразу же по стандарту убегаем этим подсом туда, куда-нибудь. Это мы выносим. Ну что мы позволяем делать Левандовскому в нашей штрафной? Это я, конечно, в шоке. Ну ладно. Нас тут, видите, зажали уже. Он какой-то конкретный чел. Ладно, Верати на Александру. Здесь мы, видите, надо все заранее прожимать, чтобы тебя не съели. Если не прожмешь, то тебя съедят, потому что задержка. Так, окей, квадра. Ладно. Так, Тиаго на Рональдиньо. Сразу с лёта. Немножко неточный пас у нас. Александру на забегающего Марадонну. Но пас не проходит. Все на этом. Вот такая игра. Да. Так, Мартинес на Месси. Окей. Развернулся. Так, что это, свободный? Окей. Рональдиньо. Все. А вот как играть, я не понимаю. Ну, причем вообще. Может, лучше скачать заново FIFA 14 Mobile? Вот. И снять это, ностальгический обзор на него. Ну ладно, окей, вон Рональдиньо что-то. Там вот ждут пас на фланге. Марадонна. Так. Это шанс, это шанс. Развернись, брат, и пробей, 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 гол, забей. Да что, куда? Нет. Почему? Ладно, я не буду ничего вырезать. Пусть это видео будет слишком долгим. Просто, чтобы вы видели, как я мучаюсь и страдаю в этой игре. А, вот. Ну, в принципе, на самом деле, игра неплохая. Просто я... А, он все уже поменял, да, окей. Вот, просто я немножко забыл, как в нее играть. Вот, ну сейчас мы научимся. Вы видели, я чуть не забил, кстати, между прочим. Это довольно-таки серьезный не результат, потому что не забил, но ладно, это не суть. Так, сразу же наперед. А вот ты и попался, но правда передача такая себе. Ух ты, какой. А, так, Марадонна, почему ты не допрессинговываешь? Да, тут лучше подкаты вообще не делать, только если в крайних, в самых крайнейших случаях, иначе потеряете позицию и все. Учитывая лагучесть, это, ну, короче, плохо вам будет, очень. Смотрите, он сам забегает, но толку от твоих забегает. Тиаго, ну, не мешайся, Рональдиньо, фу. Да, передача не прошла. Ну, Тиаго что-то там, кстати, пытается делать. Нету, кстати, кнопки отбора мяча, и это плохо, я считаю. Тем временем Левандовский наносит очень мощный, сочный удар по воротам. На самом деле нет. Видите, все. Не сделал, у тебя отобрали мяч. Это надо все заранее продумывать. С другой стороны, это хорошо, это... А с третьей стороны, это плохо. Вот, ну ладно. Так. Слушайте, а это может... Нет, это не пройдет. Ну давайте так, низом. Низом. И скорость... Хватит скорости. Ай, зажал меня. Ну это все бот. Видите, ботом прессингую. И как-то вот так вот получается. Можно, конечно, так бегать.
тоже. Да, пас неточный. Ага. Куда же мне? Куда же мне? А вот давай сюда. Да, и это тоже. Это очень много потерь мяча. Мне это, конечно, не нравится, но с этим ничего я поделать пока не могу. Пока не могу. Подучимся. Время будем выкраивать потихонечку, чтобы записывать, чтобы учиться постигать эту великолепнейшую игру. А вот Марадона делает красивый пас на Мартинеса, но Мартинес слишком маленький. И поэтому не удается нам ничего с этим сделать. Куадрадо. О, забеги от Куадрадо это... Что у нас Ван Бисака догоняет Куадрадо, быстрейший из быстрейших. Ай, не получилось подловить. Ай, подкат. Ну, ладно, я нечаянно. Извини. Желтенькая, ничего страшного. Желтое такое себе. Вот, ну, без Роналдо как-то скучно, знаете. Роналдо, он так круто бегает. Давай. Я жду передачи от тебя. Давай. Давай, куда ты отдашь? Ну, я Рональдиньо даже вверх не выиграл, будучи выше, чем другой игрок. Ну да ладно. И чё, это пройдёт? Нет, это не прошло, ну да ладно тоже. Так, сюда, на Рональдиньо. А слушайте, у нас вот какое-то подобие атаки получилось. Мартинес проходит, хотел я сказать, Пике. Но нет, вот теперь у него есть шанс забить. Но какой-то странный удар. В общем, не получается у Мартинеса ничего сделать. И вот так вот. Надо было пас отдать наверх. Может быть, там что-то и получилось. Не знаю, уже не стоит здесь загадывать. Ну, дай мне забить тебе. Просто так я тебе забью и все. И мы с тобой разойдемся, как в море корабли. Так, ну, если бы дали, может, я что-нибудь даже и придумал. Нет, это надо учиться, это надо работать пальчиками, тренироваться, делать отжимания на пальцах, и тогда, возможно, что-нибудь и получится в мышечной массе. А так вряд ли что-то получится. В общем, с вами был Русь ФПС. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, нажимать на колокольчик, а я пойду... Короче, придумал новую рубрику, но не новую, а перенесу ее на сюда, с ПК-версии сюда, и посмотрим, что из этого выйдет. В общем, всем пока.